Евангелие, дорогие именинники. Мы часто рассказываем о житиях святых, и у некоторых может возникнуть вопрос, откуда мы все знаем об этих святых и такие подробные сведения, где о них содержатся. Нужно сказать, что не только в письменных источниках, не только в книгах, рукописях, в мученических актах и в записях свидетелей, не только там. Святые сами иногда являются людям и рассказывают им о малоизвестных фактах их биографии, о том, что с ними было в тех или иных ситуациях. К примеру, мученик Орест. Когда святой Димитрий писал жития святых, Орест явился ему и рассказал о себе то, чего не было в книгах. Святой Орест жил в III веке, в царствовании императора Диоклетиана, жил на Востоке, там, где правителем области был некий Максимин, гнавший христианство. Орест за смелое исповедание веры был сильно бит и мучен. Однажды его били прямо в помещении языческого храма. Орест молился Богу со словами псалма, говорил: «Яви на мне милость Твою, покажи знамение Твое, да видят нечестивые и устыдятся». Когда он так молился, в ответ на его молитву попадали статуи идолов, разбились в куски. Сам храм задрожал, когда выбежали все бившие и истязавшие его, и вышел сам мученик, и храм обрушился. В гневе мучители лишили его пищи и воды, продержали так 7 дней, после этого продолжили истязание. Видя непоколебимость мученика, ему в пятки вбили гвозди, и в таком состоянии вели его на казнь, по дороге он скончался. Когда в 1685 году святой Димитрий в Киево-Печерской лавре составлял жития святых, после работы, однажды после трудов ночных, он задремал перед утренней. В тонком сне ему явился мученик Орест и показал раны, которые Димитрий не описал в своем житии. Он показал ему глубокую рану на груди, перерезанные косой сухожилия на руках и под коленями на ногах. Сказал: «Вот здесь мне еще за Христа принесено увечье, и здесь мне прожжено за имя Божие», показывая каждый раз те раны. «Об этом у тебя не написано». При этом Дмитрий, видя Ореста, думал, не тот ли это Орест, который от пяточисленных святых. Есть такие 5 святых, Мардарий, Авксентий, среди которых есть Орест, также святой. Не он ли это? На что, на мысль Дмитрия, Орест говорит, что нет, я не из пяточисленных, а я тот Орест, житие которого ты вот только недавно писал. После этого он стал невидим, а Дмитрий, пробудившись от этого тонкого сна, от такой духовной дремы, прославил Бога дивного во святых своих. В Евангелии есть удивительные слова. Собственно, все Евангелие есть удивительные слова. Однако одно из них говорит следующее. «Бог ваш не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Бога все живы». Действительно, живые и по смерти святые люди Божии, которые только телом отошли на время в прах земной, для того, чтобы впоследствии из праха воскреснуть, а душами своими вступили в область радости, в область чистого света, в область ликования и пения святых. Мы знаем о них, мы радуемся о них, и они знают о нас. Они являются нам, незримо помогают, а иногда, как в этом случае, даже и видимо являются Божьим людям, открывая им те или иные важные сведения. Кроме носящих имя Орест, мы сегодня с Днем Ангела поздравляем Родиона, Нифонта, Прокопия, Августина, Алексея и Константина. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Thank you.